Это Светозар. Ему 3. По ночам Светозар метит территорию своей кроватки, в связи с чем ему был поставлен диагноз НРС. А это Светлана, мама Светозара. Светлана, многодетная мама в декрете. Светлане претит любая несправедливость. А это Николай, муж Светланы. У Николая проблемы на работе. С недавнего времени у него появился новый начальник, который не одобряет его стиль работы и спускает на него всех собак по поводу и без повода. Николай же вынужден терпеть и молчать, чтобы не потерять работу. Вечером же, приходя домой, Николай за ужином делится со Светланой всей той несправедливостью, которая происходит с ним на работе. Светлана же, как человек неравнодушный, даже пару раз пыталась поехать к начальнику и закатить ему скандал, объяснив ему, кто здесь кто и кого здесь нужно уважать. Но Николай настоятельно просил ее этого не делать. Светлана воспринимает всю ситуацию как личное оскорбление. «Меня притесняют, я ничегошеньки не могу с этим сделать». Ребенок же, находясь в ситуации невозможности постоять за себя, метить территорию доступными ему способами. Дорогие мамы, узнать, что на самом деле запускает симптомы вашего ребенка, почему у вас включается именно этот шаблон реагирования и что с этим можно сделать, можно на курсе «Детская психосоматика». Приходите, жду вас, ваша Анастасия Василенок.